Всем привет! Еще одна неделя позади, видеоблог в эфире. Поехали! В конце февраля мы планируем переехать в новый дата-центр. Теперь игровые серверы будут находиться в Европе. На время переноса данных игра некоторое время будет недоступна. Мы обязательно предупредим вас об этом заранее. А пока расскажем о причинах переезда. Мы задумались о смене дата-центра после ряда аварий и отключения серверов в самый неподходящий момент. Дата-центр, в котором размещены наши серверы сейчас, не обеспечивает должной надежности, к тому же отчетливо проявляется нехватка ресурсов сетевого оборудования. Мы потратили немало времени на поиск оптимального варианта для переезда. Почему именно европейский дата-центр? Это не только значительно большая надежность работы и производительность оборудования. В Европе находится несколько крупнейших точек обмена трафиком, в которых сводятся линии связи из разных стран и континентов. Дата-центры, подключенные к таким точкам, имеют пропускную способность от 2 до 5 терабит в секунду, что в разы больше ширины каналов российских дата-центров, что с запасом покрывает наши потребности. Пинг из России до европейского дата-центра будет несколько больше, потому что он физически дальше. Но игроки этого практически не почувствуют. Зато повысится надежность игры, все будет работать лучше и эффективнее. Привет! Видео недели. На этот раз лучшим роликом стал паркур от игрока Максим 135-791 и его друзей. Классный прыжок и четкое приземление. Участвуйте в чудесах на виражах и выигрывайте кристаллы. Новости спорта. В топовой лиге завершился зимний сезон. Новый турнир прошел в напряженнейшей борьбе. Чемпион стал известен в последнем туре. На обновленной борде сошлись лидеры с равным количеством очков. Кланы Никс и Нубест. Игроки Нубест чудом ушли от поражения в первом раунде, поставив флаг за секунду до конца. Ставим! Нет, не может, этого просто не может быть. Да, успевают. 2-2. Момент оказался переломным. Остаток боя прошел с преимуществом Нубест и закончился их победой. Как в битве, так и во всем чемпионате. Поздравляем! Второе место досталось Микс, бронза за ангелами и демонами. Киберспорт в ТО меняется. Этот процесс начался в конце прошлого года и уже видны первые результаты. О них и о дальнейших планах расскажет Алексес. Осенью в специальном выпуске видеоблога мы обещали игрокам захватывающее киберспортивное путешествие. И это путешествие началось в декабре со стартом топовой лиги. За полтора месяца проведения турнира и игроки, и зрители отметили качественный прогресс. Помимо перемен в спортивной составляющей, мы перешли на новый сервис для проведения трансляций, который используют многие ведущие игровые проекты. Была улучшена графика трансляций, добавлены новые элементы. Например, теперь при заходе в конференцию клана видно, кто из игроков говорит в данный момент. Всего зимний сезон посмотрели более 300 тысяч игроков, это уникальные пользователи. А в сумме мы набрали 1 000 000 просмотров. Это все только начало. Нас ждет межклановый чемпионат, дату старта которого мы скоро анонсируем. Ну а за ним весенний сезон топовой лиги. Добившись прогресса, мы не расслабляемся и продолжаем готовить много улучшений, новшеств и даже сюрпризов для наших игроков. В одном вы можете быть уверены, мы не сидим сложа руки. Турнир «Ржавые стволы» подходит к завершению. Остался последний бой. Три тандема из трех языковых версий игры сразятся с лучшей парой от разработчиков. Напоминаем, суперфинал состоится в пятницу 31 января в 20:00 по московскому времени. Не пропустите! Вопрос-ответ. Игрок Николай Оболенский интересуется судьбой красок за разработчиков и за игроков. Навсегда ли они? Обе краски временные. Они будут удалены из игры в понедельник 3 февраля. 74 котяра хочет знать, влияет ли прокачка показателя массы у корпусов на, например, скорость. Увеличение массы никак не сказывается на скорости и ускорении. Оно повышает устойчивость корпуса, способность толкаться и раскачанному по массе корпусу сложнее сбить прицел. Вопрос недели. В прошлый раз вам нужно было угадать, что же такое происходит на Серпухове. Многие ответили правильно. Это танкосвадьба. Встречаем победителей. Тех, чьи правильные ответы набрали максимальное количество лайков. Сегодня вопрос такой. На
На этом все. Подписывайтесь на YouTube-канал, Танка Твиттер, группу ВКонтакте и Инстаграм. И, конечно, лайкайте. Ведь чем больше лайков, тем больше лайков. Пока! Get back! Mm-hmm. You don't know me like that. Get back! Mm-hmm.